Всеукраинский турнир по макатакай карате в спорткомплексе Международного гуманитарного университета стал презентацией этого вида спорта в Украине. Из разных уголков страны в Одессу приехало более 200 спортсменов различных возрастов. Все борются за возможность полететь на Евро в Италию в составе сборной. Это в Украине новый стиль боевого искусства. На наших соревнованиях присутствует Киев, Киевская область, Одесса и Одесская область. Исходя из этого пока потенциала, мы будем формировать сборную, которая будет уже в ноябре месяце поедет на Кубок Европы. Несмотря на новизну этого вида спорта, это далеко не первый чемпионат по карате, который проходит в стенах спорткомплекса МГУ. Это добрая традиция, что у нас, нас принимает этот международный университет. Кивалов Сергей Васильевич дает нам всегда зеленую улицу. Так, это уже второе соревнование. И уже он пригласил нас, и то есть это будет дальше продолжаться. Друзья, я вас искренне поздравляю с сегодняшним открытием отборочного чемпионата Украины по боевому искусству карате. Я желаю всем участникам нашего соревнования крепкого здоровья. Хочу, чтобы вы всегда были победителями и отставили честь нашей страны и, естественно, нашего региона, города Одессы и Одесской области. Праздника вас, дорогие друзья! Отметим, что на базе университета открыт центр боевой подготовки для будущих правоохранителей, где студенты проходят серьезную теоретическую и практическую подготовку. Их обучают основам рукопашного боя, стрельбы из огнестрельного оружия и строевой подготовки. Хотелось бы отметить, что президент Международного гуманитарного университета, академик Кивалов Сергей Васильевич, очень много уделяет внимания развитию молодежи. В частности, студенческой молодежи. В Международном гуманитарном университете при его активной поддержке создан центр боевой подготовки, где уже студенты экономико-правового колледжа, где студенты Международного гуманитарного университета получают навыки основ самообороны и тактика специальной подготовки. Спорт – это сама дисциплина. Ну, с помощью спорта как бы вырос дисциплинированным человеком, ну, спокойным, и могу помочь другим. Там, если они сталкиваются с разными трудностями. Я помогаю там тренеру в колледже, экономико-правовом колледже. У нас там есть сам кружок самообороны, где ходят студенты. Макатакай карате отличается от других видов боевых искусств максимальной приближенностью правил к реальным условиям поединка. Такой вид подготовки бойцов можно применять и в полиции, и в нацгвардии, и в погранвойсках. Легко осваивают технику даже девочки. Я занимаюсь им 3 года. Я учусь, чтобы если меня кто-то в жизни будет обижать, я могла дать сдачу. Дмитрий Богомолов, Юлия Польнова, телеканал «Репортер».